Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Ребята, вы стоите так, как будто я фотографировать буду. Мы снимаем фильм. Итак, перед вами сорт груш под названием «Память Яковлева». Ну-ка, выбирайте самую красивую. Дерево? Прямо с дерева. Не, не так. Самое спелое, это когда легонько потрясете. Давайте. Легонько. Легонько. Что, не падает? Нет, надо посильнее. Ой, куда ты, сил есть? Вот давай. Взяли. Теперь вы будете кушать, а я буду вас снимать, чтобы видно было, вкусно или нет. Ну-ка, давай. Вкусно. А ну-ка, а ты? Твердо. Да, потому что сильно перетрясли. Надо было еще, наверное, рано снимать. Сладенькое. Сладенькое. Так, положите вот прямо тут, вот тут на траву. Не, не там, не там. Потом дойдите по этому. Вот сюда положите, вот сюда. Так, идем теперь, знаете, куда? А давайте сделаем маленький обход. Давайте. Давайте. Так, это, что ты уже взросленькая, ты должна знать, это маточный сад. Здесь выросли только саженцы на продажу. А самое лучшее деревья мы что делали? Уже руки протягиваешь. Ага. Мы самые лучшие деревья оставляли для... Нас. Нет. Для вас. Того, что... Нет. Даже не на еду. Для того, чтобы сечинки брать. Смотрите на эту красоту. Вот, видите, смотрите, оттеснили. Оттеснили саженцы. Саженцы. Надо косить, кстати. Посмотрите, какая красота. А знаешь, что это такое? Это переделанный пипин шафранный. Это вот сюда посмотри, здесь красивее, гляди. Да, они изменились так, что их не узнать. Сейчас еще кое-что покажу, чудо. Только пойдем дальше. Посмотрели? Да. Считается, что, смотри, смотри, что он должен быть мельче и все-таки чуть красноватый. Смотри на эту красоту. Идем дальше. Кто там упал? А это знаешь почему? Следующее, знакомься. Лера, ну, не знаю, запомнит ли пятилетний ребенок. Тебе сколько лет? 8, через 2 месяца 9. Через 2 месяца 9. Запомнишь, нет? Пора становиться садоводом. Это уральское наливное. Идем дальше. Что-то знакомое. А? Что-то знакомое. Они знакомые очень. Миску, что я должен держать? Ты будешь собирать. Мы идем кое-что соберем. Я помню один сорт. Алену. Аленушку помнишь? Ё-моё, ну-ка, мы сейчас пойдем к Аленушке. Пойдем к Аленушке, быстренько по ягодке съели. Не-не, она с той стороны забора. Ну-ка, быстро по ягодке съели. Съели по ягодке. Что значит поздно посадили, зато до зимы есть будете. Давай. Ищи, ищи. Вон что-то краснеется. Это очень даже забавно. Некогда было садить, а получил. Давай, молодец. Молодцы. Ага, все, пойдем дальше. Некогда с вами лясы точить. Работать надо. Съемка фильма, Лера, это работа, запомнила? Пошли, Аленушку. А потом я вас угощу венгеркой. Пошли. А ну-ка, что ты сейчас сказала? Повтори. Как хорошо быть садоводом, когда ты ешь яблоки и груши. А почему тогда вся страна без этого, без фруктов? Почему не это? Садоводов так мало. Сказать почему? Заставляют вот это все перекапывать. Все лето брызгать ядами и отбили у людей охоту. Представляешь? Обидно? Так. Саша, раз ты запомнил слово «Аленушка», угощайся. Вперед. Это Аленушка? Да. Аленка, у меня есть подруга Алена. Можете попробовать, но попробуйте с земли, где они уже полностью поспели. Аленушка.
вкусно. Отлично. Так, ну-ка, Саша, пробуем. Ты понравится? А? Ну-ка, посмотреть на деда. Алёшка, а где погоди, та погоди, самая... Погоди, погоди, что он молчит? А где вкусно. Та самая вкусно. Груша, которая такая жёлтенькая, маленькая, я всегда, когда мы с вами снимали фильм, за ней возвращалась, где-то тут рядом. Так, маленькая жёлтенькая груша. Ой-ой-ой, какая у нас всегда большие груши. Не представляю. Это великая, как великая? Великая, нет, такого слова не знаю. Вот это, друзья, я показываю детям. Это плодопитомник, который постепенно вытесняется маточным садом. Вон, посмотри, знаешь, что это? Это квинти суперсорт. Видишь, какую площадь занял? Это квинти? Вон, вот. Ага. Вот это дерево. Так, а теперь смотрим сюда. Я сегодня здесь груши собрал, все, что упало. Вот, но... Давай-ка, вот тут заначка. Смотри. А так. Одна груша. Держи. Ко мне? А я не знаю, кто сейчас будет дегустировать. Давай я дегустирую. Саша, мне вкус хороший. У тебя вкус хороший. А, если хороший вкус, пошли сливу пробовать. Вкусишь, и я. Память Акулева. А хотите, я покажу грушу, которую вы зубы обломаете? На, Саша. Молодец. Так. Мясо довольно. Вот смотри, вот за эту грушу вы обломаете зубы. Знаете почему? Это у нас новый сорт декабрьская. Смотри, какая огромная. Новый. Твердая, как камень. Это зимний сорт. Ждем. Офигенный? Да, а ты вот слово такое знаешь. Офигенный. Так, теперь придем сюда. Сегодня случилось следующее. Я соседям пол ведерка вот этой собрал. Угощал. Смотрите сюда. Сейчас я фильм сниму, фотографию сделаю, и вы начнете ее собирать в эту. Куда? Стоп, куда ты делала эту тазик? Я думал, ты его забыла. Анекдот, смотрите. Я угощал соседей, так? А потом тут где-то с полведерка уже лежало, снова нападали. Ой, мы не успеваем снять. Вот. В общем, получилось так. Я им отдал все упавшие груши, ой, сливы, и сказал, повернете косточки. Так, ну что? Которого... Дегустация. А, да, дегустация. Дегустация. Давай, слово-то какое знаете. Че, плохая? Вкусно. Ну-ка. Так вы не притворяйтесь, ее надо правду знать. Так я и правду не притворяюсь, это вкуснота, это вкуснее, чем все, что я пробовала. Ладно, короче, перед вами венгерка. Один из вариантов венгерки. Она сама лучше. Так, теперь давайте сделаем так. Я делаю фотографию, потом включаю снова камеру, так? И вы будете собирать на камеру. Так что давай, Саша, сейчас освобождаю руки. Временно отключаюсь. Че? Объелся? Или ты это? Тебе косточка. А ты от жадности, наверное, косточка тебе мешает. Косточки мы собираем. Это ты выплюнул? Угу. Смотри, что мы делаем. Вот она косточка. Вот сюда. Вот. И мы... Возвращаемся к чему? Все, освобождайте руки, встаньте, сделайте умное лицо, как говорил кот Матроскин. Я вас буду сейчас фотографировать. Вот только жалко, что тут осталось меньше половины. Вот сюда. Вот сюда. Я всю съела. Ну, возьмите в руки плоды, возьмите. Самые вкусные плоды, которые я сейчас съем. Ну, погоди, ты мне сфотографировать тебя надо. Ну, я тогда все, я отключаю тебе этот самый, как называется? Камеру. Камеру? Подфотографировали. А? Можно с эту яблоку съесть? Не-не, ты что, отравишься, мы не знаем, что это такое. Вырабатываете? Это же штука называется декоративная. Что там, для букетов. Все,
Ну-ка, быстро снимай с головы эту штуку. Собирайте. Здравствуйте. А можно с дерева? Так прямо с дерева, я говорю, все. Они все спелые уже, все. Это да, и... А? Саш, ты возьми в ручку несколько и ложи в кабинет. Сашка будет инженером. Сашка, а кто тебя научил? Я сам научился. Сам научился, я же тебе не говорил. Нет бы аккуратно стрясти, теперь собирайте. Саша, блин. Ты чувствуешь, кто из вас вырастет инженером? Я. Твой дед инженер? Вот, кавалер Ордена Славы, лучший изобретатель города Норильска. Да, у меня дипломы есть. Вот. И единственная разница между нами такая, что... Я так стрёсно не дофигаю. Что у тебя все впереди, ясно? Вот. Потом это в холодильнике, чтобы ели целый месяц. Надо я было... хоть целый год буду есть. Надо было я чуть тоже. Раньше. Надо еще. Саша, Саша! Все, руками снимайте последнее. Все, руками. Последнее снимите руками. Так, ну что, будем сейчас все фильм. Все собрали. А я еще полный рот, у меня тоже слив. Оттуда вы все съедите, деду я останется. Это еще не последнее, у меня еще есть позднее. Так. Я тут еще нашел. Еще нашел, все собирали. Так. А, нет, еще нашел, молодец. Ну что, заканчиваем фильм? Да. Ладно, по 100 рублей заработали. В качестве кого? В качестве... Актеров. Актеров. Саша удивил. Молодец. Это где вы всему это научились? Это сам я захотел так потрясти его. Ага, хватит, а то сломаешь. Да, потому что все уже вывалилось, все собрали. Так, сейчас сфотографирую тебя с этим тазиком. И будем возвращаться. Так, что надо сказать? А, вы уже попрощались. Нужно сказать. Всем пока, и с вами была Валерия Железова-Сергеевна. Пока! Как всегда, Валерия Железова-Сергеевна. Теперь я прощаюсь. Сергеевна. Теперь я прощаюсь. Давай. Сергеевна. И всем пока! Ну что делать, возраст. До свидания, друзья. Вот. Я мечтаю о том, что в каждом саду, во всех садах всей России будут вот такие дети, веселые, здоровые. Вот, не приученные к телефонам, гаджетам, зато приученные работать в саду, вот с такого возраста. До свидания, друзья.